Чат, если у вас лагает YouTube, ролики дублируются на Дзен. Ссылка будет в описании под видео. Это Лера. Внутри тоже. Вон оно, пыль! Платник! Два. Вроде бы. Одного убил, второй раненый. Снаружи или внутри? Внутри, внутри. Я снаружи. Убил второго. Я буду по лестнице заходить через машину. Ты смотри, там в кустах еще могут быть, аккуратно. Да я знаю, что это. Я сейчас там тут. Тут нет никого. Я вот тебя. Нормально тут за ботами вместе. А СП-6 этот чат сильнее нагревается, глушак. Мы вот вчера тестили. На СПП. На СПП это еще более-менее, а вот СП-6 греют етить как. И что там, на СП-6 написано, что пробивают? СП-6 норм пробивают, у них 48 пробития. Пятый класс высокий. Пробитие. Какие продам нахер эти нужны. Мне не нравится, мне кажется, они сильно тихие. Ну, или ты про или РПД? Кто стреляет? Это не я. Тапалка у магазина. Вот его поддушивают там же. Ох, еще и СВДН. Ты где? В Меченке. Наш чел на второй зашел. От перепрыжки. Одного убил. Еще должен быть, по сути. Внутри уже? Еще должен быть. Внутри не знаю, звуков нет толком. Но СВД была неглушенная. И тапалка какая-то. Тапалку, скорее всего, я убил. Я на втором пристрою. Окей, третьем. Тебе? Нет, у магазина граната. Металл. Магазин. Где он? Тапалка на улице. СВДшка там еще какая-то. Ну и чё? СВД на улице. В двушке еще кто-то сидит. Так. Почему кто-то ходит, я слышу?
пацаны, да сладкие они. Вот почему, блять. У меня чел в комнате уже стоит. И боты на него ноль реакции вообще, абсолютно, блин. Они еще и растяжку мою сняли. Замечательно. Пиздец. Интересно, блин. Они еще здесь. На первом этаже. Что-то там долго? Тут или нет? Тихо. Боты? Блять. У меня груда коцаный, сука. Это бот пришел или кто? Кто это, блядь? По тени не могу определить. Естественно, кто же еще? Не могу я закрыть из-за трупа, висящего на ней. Все, последние патроны вообще. Пец. Где СВДшник? Может, его убили, конечно. Может, и нет. Как еще вот второй раз за рейд, да? Чевыки просто сосуществуют рядом с ботами. Как так? Они специально типа прячутся? Или они думают, что это чевыки к ним зашли, поэтому они сидят? Пора бы на выход теперь. У тебя было что-то, кроме вектора, ценное? Наушников? Я не помню. Броня 5 класса. Корунд? Да. Да, не буду брать.
Меня ждете? Не знаете, чем заняться? Нет, нет. А вот и чел забегал. На крышу. Прыгнул. Он уже там, ни хрена себе. Братанчик, ты куда? Это другие, блядь. Бот, мочи его. Это они? Может, это они? Блять, бот, ну вот не надо. Да, 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 да. Два бота пришло у меня. Сука. Спасибо, БСГ. Такую интересную механику с ботами сделали. Так интересно. Если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.